самый современный театр на Дальнем Востоке. Приморская сцена Мариинского театра была построена в рамках саммита ОТЭС в 2012 году и стала главной музыкальной площадкой региона. Ежегодно ее посещают тысячи зрителей, в том числе и гости города из-за рубежа. Театр оперы и балета имеет 3 концертные площадки. В главном большом зале ставят масштабные оперные и балетные спектакли, крупные симфонические и хоровые концерты. Сцена для камерных представлений и постановок. Здесь представляют вечера романсов, небольшие картины из балетов, проходят творческие встречи. Летняя сцена предназначена для открытых представлений. В прошлом году губернатор Приморья встретился с президентом страны. Владимир Путин предложил открыть во Владивостоке филиал Мариинского театра. И благодаря усилиям Владимира Миклушевского и администрации Приморского края, в этом году театр оперы и балета стал официально приморской сценой всемирно известной Мариинки. У художественного руководителя Валерия Гергиева на приморскую сцену множество планов. Владивосток должен стать мостиком для творческого сотрудничества Мариинки с театрами Кореи, Китая и Японии. Труппа увеличивается, серьезно расширяется репертуар, причем не только по количеству постановок, но и по жанрам. Первое, что продается в Петербурге, как ни странно, это не только спектакли с участием суперзвезд, детские программы. Семьи, родители, заботливые, любящие родители знают уже, что это очень интересно, что это полезно, что это делает более гармоничным развитием ребенка или детей. Вот. И мы смогли этого добиться, на это ушло много лет. Теперь такая же задача ставится перед всеми, кто работает над программами здесь, в Владивостоке. И мы должны с этой задачей справиться. На сцене Владивостока выступали признанные мэтры классического искусства Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Елена Образцова. А в 2016-м приморская сцена стала площадкой первого международного дальневосточного фестиваля «Мариинский». Интерес публики, впечатления именитых участников – все это говорит о том, что фестиваль «Мариинский» станет ежегодным.